Добрый день, это канал Максимадзе и Андрей, который начинает прокладку карьера. Да. А почему она в мой дом идет? А это... Так, Макс, прикинь, я прочитался не жестко. А, и в твой дом она тоже идет. Это вообще-то метка такая идет. Да. Главное, чтобы она дома наши не копать не начала. Она ничего не начнет. Он будет в тех... Да. Вот. Так, мы добыли все ресурсы для карьера, сделал Андрей карьер. А теперь ждем его запуск. Да, зима наступила в прошлой серии. А это, наверное, значит, что скоро Новый год, подарки, снежки, коньки, санки. Я, конечно, перегнул со санками и коньками. Со санки. Так, с санками и коньками. Не показалось, где-то рядом эндермен, да? Эндермен, и он в моем доме, что ли? Не понял, эндермен у меня в доме, что ли? У меня в доме эндермен, похоже. Мощно. Судя по мини-карте, он внутри моего дома. А еще внутри моего дома целых трое зомби. И только где они? Так, ну что, мы идем ставить карьер. Они, походу, на чердаке находятся, твари. Сейчас я прокопаю вверх, и на меня там упадут, да? А, нет, не там. Наверное. Я не там прокопал. Так. Я Непон. Боже, давай спать. Ты чё материшься? Да. Да там крипер прям подкрался, так по снегу этому поразит. Я пока не могу спать, мне надо убить этих монстров, которые мне покоя не дают. Которые на чердаке что-то у меня делают, сидят. Они кусаются просто, чё? Там а, нет, нету на чердаке никого. На чердаке никого нету. Где же они тогда есть-то? На крыше, что ли, у меня где-то? Прикинь, да. Они на крыше? И как же я их оттуда... Как же я их оттуда сниму? Давай спать пробуй. Иди я не могу спать, и монстры рядом. У меня спать будем. Скорее, да. Иди ко мне. Да, согласен. Хотя погоди-ка. Какой-то паразит здесь бегает. О, кстати, я смогу в подвале поспать? Ну-ка попробуем. Я в подвале поспать могу. О, потрясающе. Сейчас я попробую лечь спать. Вау, у тебя там паук бегает. И крипер. Крипер бы не бомбанул там. А, все, сплю. Отлично, только бы крипер не бомбанул. Ой, все, великолепно. Так, надо разобраться. И как же я их только оттуда сниму? Интересно, может еще надо пару штук? Кого? Факелов создать. Факелов, ну, чтобы высоту обрисовать. Каких, обычных или красных? Красные я сейчас буду создавать. Да без проблем, у меня редстоуна 59 штук. У меня 2 стака. Выкуси. А я что-то не вижу монстров на крыше. Может, у них пати. Монстров на крыше нету никого, но на карте указано, что у меня в доме эндермен где-то. И я слышу его тоже, кстати. Надо разыскать его где-то. Где это он? Что он делает у меня дома? Так, я не помню, как метки эти... А, стоп, не так. Сюда иди. Еще что ли на один блок в бок тебя? Я его слышу. Он... Так, значит, мне еще надо было копнуть. Видимо, камушки. Похоже, он у меня на крыше, но, блин. Буду камни надо. Но его не видно с обратной стороны-то. Так. А, булыжник есть.
Все это прекрасно. Сейчас, наверное, сейчас... камни. Где же этот тендермен-то сраный? Я нашел потерянный свой проход в ущелье. Он, оказывается, прям с лестницы в Незер Портал идет. Где эндермен-то, блин? Я слышу его, но не вижу нигде его. Так, нужны палки. Блоки палки, нужны палки, мне, чтобы палки. На крышу подняться. А мне палки. Пусть будет лучше 3 рычага на всякий. На крыше нету никаких эндерменов. И вообще никого нет на крыше. Надо где-то в другом месте эндермен прячется. Под землей, наверное, где-то. Потому что в комнатах нигде в доме нету эндермена. Так, и чё я понять не могу. Двигатели, нам нужны двигатели. Какие-то тендермен сраный, блин. Так, поршень надо, так, железные шестерни нужны. Очень много шестеренок надо. По звуку он где-то рядом прям. Такое чувство, что как будто на чердаке, но его нету на чердаке. И под землей, может быть, он где-то находится. Стоп. Наверху я все обыскал, нигде его нету. Он где-то вот, кстати, прямо здесь, слушай. Кстати, под землей его лучше, по-моему, слышно. Может он там. Стоп, где-то вот прям, где-то прям рядом он. Так, я иду по земле. Он прям где-то возле меня, вот возле прям. Я тоже что-то чувствую, но я его нигде не слышу. Их скелет где-то у тебя костями гремит здесь. Скелет снаружи где-то ходит. Чё, не видел эндермена? Опа, скелет этот самый. Он в подземку зайти ко мне решил. Норм, чё? Да где ж этот эндермен-то? Где он затаился-то? Он невидимка, что ли? Maybe. Вот я на первом этаже хожу, его так хорошо слышно. Надо, так, нужен топорик. У меня такое чувство, что он где-то застрял внутри. Нет, тут он не может застрять. Так, как поршень создать? Как-то, по-моему, из редстоуна, чё, так, и железный, ага, и железные блоки ему вроде бы нужны. Так, ага, всё, я уже нашел рецепт крафта. А, так, булыжник есть, это есть. Потом, так, редстоун тоже есть. Так, стекло еще надо мне. Стекло тоже это, есть. Юж, ты налево, и в стенах нету его тоже. Так, как там поршень раскладывается? Так. Понятно. Капец, я для того, чтобы найти, даже стал вскрывать стены. Нормально ты. Думаю, может, он где-то в стенах. Блин, дерево надо. Расчет был. Расчет. 6 штук. В принципе, 7. Он где-то заспаунился в моем доме, короче, и застрял где-то. Нормальный у тебя дом, что у тебя аж эндермены бедные застревают.
Так, сколько? Два. Почему? А, боже, еще надо. Но он, по-моему, не наверху, он где-то внизу, его лучше слышно. Может быть. Вот такое чувство, из подвала такое чувство, что идет. Ну-ка, а тут вскрою-ка я эту стенку. Так, ДВС теперь как? Так, поршень, железный шестерни. Так, железный шестерни. Так, я вскрою вот этот, вот эту стенку. Да нет, не должно быть его здесь. Дайте мне кирку сюда. Может, он где-то, может быть, он где-то в стенах. Так. Ну нет, не в этих стенах. Теперь вот так. Это, блин. Так. Потом вот так. Где он, твою мать? Где он? Так, и железо еще вот так, да? Великолепно, железо. Эндермен, выходи, где ты, блин? Прячешься так, грамотно. Стекло. А стекло где? Сколько стекла у меня было? Стекло. Шестерня. Стерня, тепло, железо. Так где он, твою мать? Поршень. Он тут. Так, я так, дайте мне топор сюда. Топора нету. Так, мне нужно сделать двигатель. Топорик. Второй двигатель. Получается, и вскрыть лестницу. Может, он под лестницей застрял. Хотя я так не думаю. Там, по-моему, не должно было быть свободного пространства. Пустого под лестницей. Да, вот. Серия про то, что какой-то эндермен застрял у меня в доме где-то. И мы никак его не можем найти. Нормально, да, такого? Штырит этого эндермена, что он у тебя сныкаться в дом захотел. Нет, так. Здесь его быть не может. Блин, еще же надо сейчас будет создавать. А, вот они, господи, не могу, что-то, про, что-то проглядел. Прощёлкал? Ступеньки, я что-то в инвентаре не мог найти. Что надо взять? Какой хитроумный, хитрый эндермен, блин. Он где-то, он где-то спрятался, и мы нигде не можем найти его. Нормально так. Если сюда спущусь, его тут не будет случайно? Так, два двигателя есть. И здесь его уже не слышно. Кстати, это, слушай, чеши за нефтью, пожалуйста. У тебя же метка нефти, если что есть. А, да. Макс идет за нефтью. Ладно, так и быть. А как мне его, ведро его надо брать? Да. А у меня нет ведра. Еще, может. А, мне я придется. Я тебе могу дать из того, то, из чего ты можешь ее создать. Ладно, сейчас сделаю сам ее. Ладно, эндермен, я обещаю, я тебя найду. Где ты? Хоть где, блин? Мне пофиг! Так, это есть теперь жидкостная. Жидкостная. Обалдеть, тут сколько нефти. Транспортная. Так, это транспортная. О, жидкостная нашлась. Блин, так, уплотнитель для труб. Так. Сколько тебе ведер надо нефти? Чем больше, тем лучше. Так, мне не одного ведра будет мало. Мне надо несколько ведер, чтобы было. Вот именно, что тебе надо сколько. У тебя есть его какие-нибудь свободные ведра? У меня есть еще одно с водой ведро. Я могу волю в воду. У меня нет свободных ведер, к сожалению. Да что ж такое, а? У тебя железо есть? Вот возьми мне так железо, сделай из него ведер, Макс. Я уже сам делаю ведра. Ладно, молодец. Так. Теперь жидкостная. Так, а вот она, раскладка. Так, 5 ведер у меня. Ну, еще 6, может быть. И вот так. Поспать надо сначала. Наоборот, вот так. Нет, а как? Транспорт. Давай спать. Придется здесь спать.
Из-за эндермена я не могу успать в себя. Эндермен где-то в стенах застрял у меня, по-моему. Спать, пожалуйста, давай. Сейчас. Давай быстрее. Давай, сейчас сплю. Сейчас сплю. А теперь идем Скоро за лето, нефтью. насколько ты как думаешь? А теперь идем за нефтью. Чего? А, все, так. Транспортная, жидкостная. Так, жидкостной мало очень. Жидкостных надо будет сейчас много труб, очень много труб. Наоборот, что ли? Сейчас заколебаюсь, что создавать. Так. Как мне вылезти теперь из этой нефти? Я застрял в ней. А только ТП поможет здесь. Да все, вылез уже. А, нет, так это не работает. Так, стоп, а куда мне Бесконечный так источник, делать? как сразу из нефти не сделаешь. К сожалению, придется выбрасывать что-то. Гнилую плоть нафиг не нужна. Тоже верно. А, блин, вон как это. Фу ты, блин, а я думаю, как это делать? Вот так. Вот так. Качество уплотнитель для труб делаем. Вот Так, так. все ведра на... Так, я набрал 6 ведер нефти. Молодец, уже неплохо, Макс. Больше ведер Я нету бегу туда пока. вместо. Что, тебе в сундуках положить? Ну, пока что да. Положу сюда. Так, двигатели. Еще ведра надо, да? Ну, типа того. Да что ж тут делать? А, вот стак Вот так железа. вот. Жидкостные трубки. Так, вот так пройдет, да, пройдет великолепно. Так, вот это у меня Так, вот уйдет это все, на короче, положу пока к питание, себе. все дело. Теперь охлаждение у меня пойдет вот так. Другой трассы. Вот это на охлаждение у меня пойдет. Вот, все. Ой, Ловкость, рук. что Что за такое? нафиг? Краш. Это у тебя краш? У меня тоже что-то А, крашилось. соединение потеряно. Так. У меня крашился, у меня полностью выключился Майнкрафт. А что ты сделал? Я ничего не сделал. Прекрасно вообще. Так, заспаунился я в мире, и я сквозь... Так, пока прогружался мир, я увидел потерянного эндермена через текстуры. Так, Ну и что там? 5 циферок. Где он хоть? 64. 5 цифр. Ага. 618. Ну и где этот эндермен-то у тебя там? Расскажи. Сейчас ты появишься и скажу. Интересно, где же он там? Короче, продолжаем. У нас что-то вылетел Майнкрафт. И пока прогружался мир, я сумел разглядеть, где находится этот эндермен. Он находится в стене. Он находится вот здесь, в стене. А как он в стене-то мог Я не находиться? знаю, как он вообще сюда. На, скотина, на. На, на. Все. Козел. Так, нафиг. Нафиг закладываю здесь камень, чтобы никто повторно там не заспаунился. А у тебя воды нет случайно ведер? Мне надо У пару меня ведер есть воды просто сейчас. ведра, которые я взял, когда хотел за нефтью пойти. Вот я и Надо для сейчас воды. пойду сейчас за нефтью. Так, для воды мне надо сейчас.
Я нефть еще собираю сейчас. Тебе же надо много ведер нефти, ты сам даже не знаешь сколько. Ну, потому что надо много будет сейчас. Надеюсь, не 100, не стак там ведер. Да нет. О, переплавилось наконец-то. Так, все, я еще 6 ведер набрал нефти. Возвращаюсь домой и отдаю тебе Ох, вот ведра. это потрясающе, это прям. Это потрясающе. Уже. Теперь пару ведер воды у тебя найдется, нет? Ведра сделать надо. Еще. А, я железо. Надо А, я два тут ведра железо воды. положил. Так, ладно, теперь Пару будем ведер, дальше. говоришь? Сейчас сделаем. Нет. Воды Так, не до составит крафта труда мне. набрать. Просто сейчас из реки сейчас наберем. О, цистерна, точно, цистерна. Как ее крафтить? А, чисто из стекла. Так, и стекло-то у меня, блин, есть? Есть стекло. Я Чего положил нет-то? ведра воды в сундук. Так, раз, два, три. Все. Очень спасибо. Ладно, отлично. Мы разгадали тайну пропавшего эндермена. Тайну спрятавшегося эндермена. Он сникался просто, но в прятки хотел поиграть, ты чё? Угу, он спрятался. Обалдеть, где он спрятался просто. И у меня, по-моему, кончился хлеб. Ну, подумаешь, хлеб кончился. Так. А, я отсюда забрал уже. О, бесконечный источник воды вышло сделать у меня. Ну это Получил вообще чудо, легко. подарок. Пару ведер надо для этого. Вот именно для этого мне Да не и нужны на были самом деле ведра. бесконечный источник это вон. Из реки взять можно сколько угодно. Так, и теперь сейчас я буду нефтью заполнять стол. Короче, Это сейчас теперь будет очень Эндермен долго. у тебя на складе появился. Красиво нахрен. Не дай бог, он Ой. опять где-то спрятался тут. Нет, судя по всему, он где-то под землей. Он может быть в подвале. А, вот он вышел. Но его Вот нету именно. здесь, он где-то под землей. Тут где-то пещера Так. подземная, что ли, есть? Так, нам еще нужен редстоун. Копаю-ка я в землю. Вот именно поэтому я против всяких просто вот взять и засыпать в ровно. Надо засыпать нормально, чтобы полости не было, а то мобы будут спавниться. Так, стоп, что я хотел? А, точно, редстоун мне нужен. Редстоун, А, ну ладно. редстоун, Ладно, коксный блок, ничего. три штуки Ладно. надо мне. Я в Раз, сундук два, три. положил кучу редстоуна. А, у тебя есть же еще больше его. Да. Все, красные блоки есть. Так. А, блин, насос же еще надо. Ёлки-палки. Насос сделать еще надо. Ай. А воронки? Еще А воронки зачем нужны. воронки погнуться? Хотя сейчас решим, погоди. Сейчас Тут решим. Не переживай. я в А, деревню жить. помпа, ё-моё, помпа, что делается? Помпа, помпа. Блин, Макс, можешь скрафтить помпу, пожалуйста? Подожди, я Там тут. рецепт не сильно сложный, надо, чтобы кто-то это сделал. Я тут в деревню, короче, направился и пытаюсь найти, может, у них что-то пожрать, что тут найдется. Надо Нет. же, хлеб кончился. Мы, блин, все. Мы всю эту. Всю жрачку забрали. Я хочу попробовать тыквенного паука одного убить. Для тыквы. Ай!
Здесь может быть, я могу засыпать, здесь может быть что-то поставить. Оп. Блин! Оп. Он сильнее, чем я думал. Так, блин, да? И он меня сейчас убьет опять! Я только заспавнился, он меня убил. И шрим... и что делать-то теперь? Он идет ко мне, и мне надо хотя бы меч получить. Он идет ко мне, надо увести его подальше от моих вещей. Потом резко убежать. И обмануть его, да, попробовать. Ага, и захватить вещи, а потом догнать и убить его. Офигеть, он за мной бежит. Он за мной бежит, слышишь? Жесть. Блин, надо, походу, две помпы будет нам. Так, надеваем броню скорее. Где мой меч? Паук где-то рядом. Сейчас. Мне надо срочно пожрать и добить этого паука. Нормально так, конечно, у тебя там зелье. Так, сейчас всяких вам выберу сюда. Все, конец пауку. Пришел. ТП-шкусь домой. Ура. Пожрать Молодец. Толком. Ничего нету, надо... Спим. Надо спать и надо вообще ферму бы сделать. И выращивать там еду. Выращивать картошку. Боже, надо помпу делать. Две штуки аж. Помпа, она так и называется, помпа? Да, помпа. Попа. Посмотри. Если тебе что-нибудь надо, то ты скажи, я там найду. Так, я сейчас, короче, выращу морковку. Я Зима, не вырастешь. Я возьму костную муку, чтобы ускорить процесс, чтобы еды себе хотя бы надо раздобыть. Зима, не вырастешь. Думаешь, не будет зимой расти? Нет, проверено уже. Сейчас посмотрим. Да, не работает. Ну вот, еще вопросы есть? Тогда пойду в деревню. Там нету зимы. Я тебе хлеба дать могу, блин, ё-моё. Дай что? Хлеба. Блин, здесь и вообще, как он у меня кончился так быстро? Я не знаю. Ты где вообще? Ты что, убежал от меня? Иди сюда. Вот полстака я тебе дал. Хорошо. Последнее, что у меня было. Так, вернусь обратно в ту деревню. Так, я в деревню первую даже направлюсь. Тут, вот здесь точно тепло. О, картошка есть. Картошка нужна мне. Ну ты пока собирай, что можешь у них и все. Тут одна пшеница растет, блин. Сколько мы эту серию уже снимаем? 30 минут ровно. А чё не работает костная мука? Странно. Типа зима в любом месте, но тут нет уже зимы. Зима. Капец. Ладно, ферму пока мы не сделаем. Придется просто с картошку собирать пока. Собирай все, что есть пока что. Картошка, видимо, в запасы на будущее пойдет. А, вот еще картошка готовая. Так, наверное, топливом... Нет, не здесь я хочу заняться. Топливо, значит... Придется, значит, убивать животных и мясо из них жарить. И есть его. Эх, ну что, чем же еще придется. Питаться-то?
Питаться же надо чем-то. Семью кормить надо. Семью. Сказанул, конечно, ты. Мощно так. Так, лампу сюда надо. Куда? Одну. А куда делась моя кирка? Я что, ее... Я не знаю. Она осталась в той деревне, что ли? В деревне 2. Может, я там... Может, у меня там вещи какие-то... Я застрял в блоке. Каким образом? Я тупо тпшнулся и оказался в земляном блоке. Не знаю, как. Норм, что? Тэпнись ко мне, что могу сказать. Пойду. Здесь надо, плюс, да. Надо будет найти еще вещей. И мне не... А, у меня же этот хлеб есть. А вот где кирка моя осталась. Да, она в этой деревне осталась. По-моему, кирка. Карьер топлёк. Сейчас. Хоум. Пока поговорим так. Карьер готовится, я смотрю тут. Да, только две помпы надо, чтобы... А, помпы точно сейчас. Помпы. Блин, по-английски пишет. Помп. Так, помп. Помпа, билдкрафт и индастриал крафт. Какую же надо? Билдкрафтную? Так. Билд. Билдкрафтную. Так, нужна железная шестерня. Две цистерны. А цистерны как делаются? А, просто из стекла. Из стекла просто. У меня без проблем, одна есть, значит. Цистерна, я тебе дать могу. Сейчас. Одна цистерна или две? Одна. А, одна, ну значит надо еще одну сделать. Оп. Крыша по чуть-чуть делается. Нам надо две помпы, если что. Стеклышка не хватает. Вот я эти цистерны сбросил, вон. Вон? Да, вижу. Мне нужно стекла, мне надо расплавить песка. Песок возьми у меня, У меня достаточно. До хрена песка, я сейчас сам его расплавлю. Ну ладно. Так, надо пшеницу, блин, в эти, в смоку поэтовать. Это, блин, как-то грустно все стоит у нас. И один просто сноп пшеницы, один такой. Нормально. Нормально. Это 8 штук, а у меня 3. 4. Так, 5. Вот так надо сделать. Ладно, пока это. А у тебя шестерни же еще есть? Да, можешь зайти взять деревянных, у меня 4 штуки есть, и железо чуть-чуть есть. Железо у меня у самого есть, а это что такое один золотой у тебя в руке? Труба транспортная. Ага. Одна штучка, по-моему, нужна, по-моему, для создания железной. Ну-ка. Оп, сезон что ли сменился или что? Так, я надо сначала каменную сделать, потом железную. А что ж ты будешь делать? А пускай дальше плавится. Так, вторая цистерна готова. Теперь надо сделать шестерню. Ой, блин. Каменная. А теперь железная. Что там дальше для нее надо? Ведро одно нужно и редстоун. Редстоун я у тебя где-то что ли оставил? Что-то я его не вижу. Редстоун у меня есть, можешь мне сказать. Еще ведро нужно мне. А, ну ведро я могу сделать. Ведро у меня в сундуке, а нет, есть с собой, дам ведро. В ад мы пойдем, когда достроим дома, наверное, да? Я неправильно, похоже, сделал. А, да, точно, цистерны не поставил. Готова помпа. Одна нужна? Две.
Блин, надо еще сделать. Еще ж. Че ж ты сразу не сказал? Или ты сказал? Я же сказал. Я сказал, что начало две надо. Да что ж такое, ладно. Видишь, хоть ты начинаешь тоже разбираться во всем этом. По чуть-чуть. Да. Так, земля, 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 земля. Земля, 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 бла бла бла. Да. Стекло. А так, одна есть, еще стекло надо. А еще редстоун надо, я у тебя его оставил. Добери мне что. Опять. А, вот он. Так, это как-то возьму. А что сверху надо? А, редстоун. Не там поставил. А, еще ведро надо, ё-моё. Еще одно, да что ж ты. Что такие дорогие крафты мне делаете, ё? Все, две помпы. Где молодец, ты? Молодец. Я возле карьера. Болтаюсь. Слушай, у нас здесь есть это озеро. Коблин за тобой идет. Где? А, серьезно? Я не вижу. Займись им. Очень спасибо. Это нет, озеро, наверное, бы присыпать бы по-хорошему чуть-чуть. Тебе кидать помпы или нет? Да, мне кинуть помпы. Ко мне сюда. Я вот тебе кинул только что. Где они? Ну вниз туда кинул, пока ты там был. Где? Обалдеть, конструкция, конечно. Так это самое простое, я пока что делаю. Так-то. Так, помпа. А зачем ты тут заравниваешь? Она и сюда пойдет, что ли, тоже? Куда? Куда? Вот сюда? Здесь зачем, ну, ты нет, заравниваешь? Там я заравниваю надо, потому что. Блин, так. Чё, карьер тоже? Тут что, карьер туда тоже пойдет? Куда? Я говорю, нет. Я говорю, там просто будет площадка гладкая. А, ясно. Я уже думал, неужели карьер туда пойдет? Ну чё, а сейчас прям размечтался, я тебе не буду столько лука повершился. За раз. Так, рычаги, рычаги, рычаги. Рычаги, рычаги. Уже опять вечер наступает. Нет. Наступает ночь. Да. Наступает ночь. По снегу бегал, карьеры строй. Ой, блин. По снегу бегал карьера стройщик Андрей, а я тут ходил по воде, и от этой картины Андрей офигел, он такого не видел нигде. Боже мой. Не особо у тебя получается, на самом деле. Петь. О, я понял, как это сделать. Как это... Давай спать ложись, шнягу, блин. Изобразить. Сейчас, погоди, я эту шнягу изображу. Только. Ура! Я изобразить смог. Так, я иду к тебе спать. Все. Все, сплю. Так, я получил хранение жидкостей. Достижение. Классно. Так, ну, ребята, закончим на этом. Благодарю за просмотр с вас и подписывайся с нас, эпичные видосы. Надеюсь, что в следующей серии... О! Впервые я вижу вот этого зомби-шахтера. В следующей серии, надеюсь, мы поставим, да, что нам... Да, наконец-то запустим этот карьер уже. А то сколько серий... И надеюсь, что вот эти вот линии уйдут от моего дома подальше. Не переживайте так. Да. А то они на глаз, если честно, давят. Бесят. Короче,
С вас, собственно, спичный видос. Подписывайтесь на мой стрим, канал, логовый канал, субботирую ВКонтакте. Всем